В Бавлах кросс нации состоялся на территории Трехгорки. Сегодня отмечается Всероссийский день бега кросс нации. Проводится по всей России, у нас в республике. Соответственно, наш район тоже проводит это мероприятие масштабно, традиционно, ежегодно уже. Несмотря на то, что моросил дождь, бавлинцы пришли испытать себя на скорость и выносливость. Несмотря на ненастную погоду, настроение у нас отличное. Ребятки с удовольствием согласились принять участие в этом всероссийском кроссе нации. Я занимаюсь уже 3 года легкоатлетикой. Я очень много участвовала в таких соревнованиях, из-за этого я вышла очень с хорошим настроением. До начала забега состоялось награждение победителя и участников муниципального этапа республиканской онлайн-акции в первый класс с ГТО. Также были подведены итоги муниципального этапа летнего фестиваля среди образовательных школ Бавлинского района. На старт вышли более 400 человек – ученики и сотрудники организации и предприятий. Сначала состоялся VIP-забег. В нем участвовали представители руководства района и организации. Систематически, насколько хватает времени, стараюсь заниматься, уделять этому времени. И сам, и свою семью к этому, так сказать, подвигаю. И дети занимаются различным видом спорта. И всех бавлинцев, конечно, призываю заниматься. Тем более у нас в районе есть все для этого. В зависимости от возраста спортсмены прошли дистанции 500 и 1000 метров. Ученица 10 класса школы номер 6 Азалия Курбанова прибежала первая в своей возрастной категории. Она является чемпионкой Татарстана по легкой атлетике. Для меня кросс нация – это соревнование, где можно посмотреть свои силы, как ты бежишь. Вот, посоревноваться и получить положительные эмоции. Юная спортсменка поделилась секретами бега. Сначала там все быстро побежали. Там, ну, надо же как-то рассчитывать свои силы. Поэтому я аккуратненько начала. А уже под конец начала добавлять и обогнала всех. Все желающие могли проверить свое состояние на нормативы, зафиксировать для дальнейшей сдачи нормативов, получить значки. Лейсан Саидгараева, Булат Миниязов, БРТ.